Всем привет, ребята! Вы на канале Ушастик Kids. Ой, что это за письмо? А вот и наш пушистик Оскар. Читай скорее, Оскар, что там? Это пати, ребята! Будет жуткая вечеринка! Вау-вау-вау, как я люблю вечеринки! Оскар, ты куда? Ребята, тут у нас открылась новая комната. Смотрите, какая прикольная, сколько здесь всего. Ой, будь здоров, ты что, простудился, Оскар? Смотрите, как здорово он играет со своим хвостиком, ребята. Эй! Ты живой? Оскар, фуф, ребята, как он меня напугал. Давай скорее залази. Ну вот, все, давайте его немножечко погладим. Ой, наш котик, смотрите, какой он классный. Прям как настоящий живой кот. Ребята, а вы хотите себе настоящего котика? Кто хочет, напишите в комментариях циферку 1. Да, и ребята, сегодня вас ждет целая куча приветиков. Ой, смотри, что тут интересное в шкафчике. Ты куда, Оскар? Ой, ребята, вот это прикол, вы видели? Он так прикольно одел себе рюкзак. Пойдемте гулять. Ой, кажется, наша прогулка не удалась. Оскара обняла свинюшка. О-о-о, какой ты грязный, Оскар. Сейчас я тебя искупаю. Ребята, смотрите, он совсем не боится воды. Совсем. Сейчас вытру тебя, мой пушистик, любименький. Смотри, сколько рыбок мы с тобой заработали. Больше не залази в эту грязную лужу. Обещаешь? Держи. Видели, какая она штучка появилась в рюкзачке? Ой, Оскар, ты снова убегаешь? Ну ладно, иди еще немножко погуляй. Надеюсь, в этот раз вернется без приключений. Ну вот, игрушка для Хрюшки. Здорово, теперь она нас не затащит в эту грязную лужу. Пойдем дальше. Ой, что-то здесь... Не успела я предупредить Оскара нашего. Он упал в строительную яму. Ужас! Вы это видите? Оскар, сколько шишек, ребята. Нужен срочно, срочно лед. Вот так, малыш, потерпи. Бедный. Давай еще чуть-чуть. Вот тут, ребятки. Смотрите, какая шишка. Бедный, бедный наш Оскар. Давай на лапки. Вот так, малыш. Хорошо, последняя шишка. Здесь будет очень холодно. Терпи, Оскар. Вот так. Ребята, вы когда-нибудь лечили котят? Придется наложить ему бинт. Вот так. Ты такой смешной. Прикол. На животике перебинтуем. Вот так. Оскар, ты очень смешной. Вот здесь забыли еще немножечко. Фуф, вылечили нашего котика. Держи каску и будь осторожен, когда проходишь мимо стройки. Ребята, и вы будьте осторожны на строительных объектах. Кстати, у меня для вас очень хорошая новость. У меня появился новый канал. Называется Кот Алекс. Ссылочка нового канала есть в описании, ребята. Вы можете нажать и перейдете на канал Кот Алекс. Обязательно подписывайтесь. Рекомендую вам. А наш котик снова выбрался на прогулку. И в этот раз мы оденем каску и осторожно пройдем мимо стройки. Ой, даже в ковшике удалось покататься в этот раз. Прикольно. Ох ты, еще рыбка. Так, 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 куда идти? Мне кажется, мы заблудились. Эй! Придется рисовать карту Оскару. Оскар, у нас прям с тобой целый лабиринт. Не грусти. Смотри, сейчас я тебе нарисую. Вот так. И все. Пользуйся картой. И будь внимателен. Клади ее в рюкзачок. Теперь у тебя есть карта, и ты сможешь попасть в назначенное место. А вы знаете, куда пытается попасть наш Оскар? Он пытается попасть на пати. И пока ему еще ни разу не удалось. Постоянно какие-то приключения у нас. А здесь что? Это что за ужас? Ой-ой-ой. Ой, смотрите, это оказались зайцы, ребята. Можем пройти. Здорово. А здесь у нас с вами... Ой, ой-ой-ой.
Что-то мы уронили тут. Ой, придется собрать все наши кексики. Все вылетело из сумочки, все по своим местам. Напишите, какую сладость из этих вы хотели бы скушать. Я бы съела вот этот вкусный розовый пончик. А вы что? Может быть, мороженое или звездочку? Ой, какая-то мордашка смешная. И здесь пряник. Мои желейные любимые мишки, ребята, очень вкусные. Класс. Смотри, сколько рыбок мы с тобой заработали. Что, снова отправишься гулять? Вот Оскар, он так любит путешествовать, ребята. Такой у меня котик любит погулять. Осторожно. Ой, застрял. Сейчас подтолкну тебя. Фуф, вылез. Ну, ты даешь. Вот, можно подкрепиться, оденем носочки и пройдем по песочку. Ой, что, ведро упало в этот раз? Все хорошо, ребята. Карта у нас где-то была. Угу, карта есть. Ты должен попасть. Отлично. Так, а здесь? Что будем делать здесь, ребята? Кажется, наш Оскар проголодался. Ты чего грустный такой? Держи. Оп, оп, не дам тебе. Не дам, не дам. Так люблю с ним играться, когда он кушает. Только вот почему-то он грустный. Наверное, потому что голодный. Ничего, сейчас накормим его. И наш котик снова станет веселым пушистиком Оскаром. Ребята, кстати, кто из вас ждал серию про котика Оскара? Кто ждал, напишите в комментариях циферку 5. А пока Оскар кушает, я передам приветики для любимых подписчиков. Аня Кочеткова сегодня получает самый первый привет. Юля Гай, Злата Кручкевич, Маша Кулимова получает огромный привет. Анжелика Журавлева, Аня Воробьева, тебе тоже пушистый привет от нашего Оскара. Вероника Козырева, Кирилл Шакиров, а также привет для Полины Жарковой, Любы Нагай, огромный приветик, Камила Абдулаева, Зарянки Чурно, Полина Соколовская получает огромный приветик, Настя Шилкина, Вика Бордюк, Соня Бадмаева, Яна Рай, а также привет для Василисы Ващенко, Ангелины Демиденко, ой, опять Оскар кушает, Оли Кроли, Леры Ивановой большущий приветик, а также Марии Рыкман, Ане Кочетковой, Софии Домниной, Вики Кириченко, Анжелы Кригер, Соне Архиповой, Яне Семеновой и Эли Хамкоевой огромный-огромный приветик. А у нас самая прикольная. Сейчас нарядим Оскара. Оскар супергерой. Вот такая шляпка еще для нашего супергероя. Оскар, ты просто красавчик. Прикольный такой спаситель кот. Смотрите, сколько тут всего есть. Мы даже слоника можем сделать. Тапочки одеть зайчиками, пандочками. Вот такие деревянные дурацкие тапки, по-моему, вообще парик вот у нас такой смешной. Даже можем дать котику Оскару какой-нибудь меч, например, светящийся. И бантиком одеть вот такой. В общем, можно одевать нашего Оскара во что захочешь. По-моему, он очень смешной, ребята. Вот в таком виде мы и отправимся на вечеринку. Надеюсь, в этот раз мы дойдем до нашей пати. Давай скорее, Оскар. Пойдем. Опять застрял? Много кушаешь. Или дверь надо пошире сделать? Даже не знаю. А вот и пати, ребята. Подарочки. Вы любите, кстати, подарочки? Смотрите-ка, Оскар уже зажигает на нашей шумной пати. Здорово ему. Я бы тоже хотела отправиться на вечеринку вместе с ним. Оскар, ты что, опять хочешь гулять? Какой-то у меня прям неугомонный котик, который все время хочет путешествий. Точно! Правду сказала. Эй! Смотрите, он заскучал. Хочет немножечко, чтобы мы его погладили. Правда, он похож настоящего. Как прям настоящий домашний живой котик. Кстати, а у кого из вас дома живет котик? Живет у кого-нибудь? Напишите, как его зовут. Поднимайся, Оскар. Малыш, ты не ушибся? Все в порядке. Я думала, опять у него будут эти ужасные шишки на шее. Обошлось. У тебя что, блохи? Он чешется, ребята. Что, серьезно? Блохи? Кажется, надо купить ему какое-нибудь лекарство. Полечить его немножечко. Ты что, устал? А вечеринка? Я уже придумала тебе очень смешной костюм для новой пати. Пойдем?
Ну что, отдохнул немножко? Очень любит, когда я его глажу, ребята. Бери свой рюкзак, малыш. Пойдем гулять. Сложили ему все необходимое в рюкзачок, чтобы в этот раз ничего не произошло, ребята. В этот раз мы отправимся на другую вечеринку. Держи игрушку, Хрюшка. Вот так вот. Заработали пару рыбок. Здесь у нас должна быть карта. И карта тоже есть, друзья. Неплохо. Отлично. Пойдем дальше. Было бы прикольно, если бы можно было бы Оскару выбрать какой-нибудь еще рюкзачок. Не только этот голубой, может быть, какой-нибудь там с цветочками или с бабочками. И каску он надел в этот раз. Хорошо, а то я думала, придется снова его лечить от ссадин. Молодец, Оскар. Достаем карту. Где же наша вечеринка, ребята? Уже хочется нарядить поскорее нашего Оскара. Здесь нам уже не страшно. Мы знаем, что там добрые зайки спрятались. Хотя так темно, я даже вначале немножко испугалась. А вдруг бы там была злая собака? Она же могла напасть на нашего Оскара, друзья. Песочек, оденем лапки. Какой чистоплотный у нас Оскар, вы заметили? Ух ты, ведро упал. Но ничего. Покушаем немножко, доставай свои печеньки. А вот так. Все котики постоянно любят кушать. Они все время голодные, кушают и кушают, кушают и кушают. Такие маленькие, пушистые прожоры. Ух ты, там даже ведьма, белка-ведьма, свинья-пират. Прикол, скорее, давай какой-нибудь тебе придумаем смешной костюмчик. Давай, стой осторожно на стульчике, вот так, держи лапки. Ой, хочешь быть крокодилом? Ой, это дракон или крокодил? Прикол, зеленый дракон. Бантик даже тебе одену. Может, цветы тебе дать? Или хотя, вот, меч. Дракон, будешь спасать этот мир. Тапки тут у тебя с зайцами. Очки. Нет, эти не пойдут. Эти, кстати, прикольные для пати как раз. Ух ты! А это прям робокот какой-то. Кстати, что мне понравилось больше? Ух ты! Оскар, косички тебе не идут. Так очень серьезно, по-моему. Хотя... Да, Оскар, ну и костюмчик ты себе выбрал в этот раз. Фату? Серьезно? Ты оденешь фату? Оскар, у нас страшная вечеринка, но мне кажется, Оскар сегодня всех посмешит, ребята. Вот такую прическу он выбрал. Ой, тапочки даже испугались, уже убежали. Ну что, пойдешь? Ребята, по-моему, костюм Оскара получился очень-очень смешной. Если вы тоже так думаете, напишите в комментариях цифру 4. Пойдем, пойдем. А вот и вечеринка. И, как всегда, куча подарочков. Ух ты, Оскар в своем дурацком костюме. Смотрите, все смеются. Я же говорила, что он всех рассмешит, ребята. Костюм, правда, получился очень смешной. Вот такой классный костюмчик. Кстати, у него на глазах визор, как у котика Тома прям, да? Похож очень. Оскар, ну что, уже, мне кажется, спать пора тебе отправиться. Хочешь спать? Устал, наверное, малыш. Ой, главное, чтобы он не простудился. На улице уже немножко прохладно. Да? А то придется тебя лечить. Такой лапочка. Он очень любит, когда его держат на ручках. Пушистик наш. Давай уже поотдохнем немножечко. Кстати, ребята, рекомендую вам посмотреть что-нибудь из роликов выше на нашем канале. Новые ролики на нашем канале выходят утром и вечером, друзья. Каждый день новый ролик. Так что обязательно смотри канал Ушастый Kids и подписывайся. А Оскар, по-моему, захотел немножечко вздремнуть. Если понравился этот мультик, ставь лайк. Всем пока-пока, ребята. До новых встреч. Оскар, ты чего? Не спится тебе? Такой весельчак, ребята.